Ребят, все по-простому. Значит, сверху фанера ламинированная, как она называется, бакелитовая или как-то так. Вот 18-я. Снизу 6 мм литой акрил. Вот, там еще силикон. Болты мебельные с плоской шляпкой. Там квадратная такая забивная штука. То есть ты забиваешь, и он держится в фанере. Вот гайки все со втулками, то есть они не будут откручиваться от вибрации, ничего такого. Второй плюсовой, там 9 плюсов на шине, то есть можно теоретически и оттуда напрямую кидать, если вдруг дополнительно что-то понадобится. Ну и отсюда 9 источников можно запитать, то есть это 8 усилителей и одна шпилька, может быть, через какой-то маленький там 80 ампер, может, поставлю, это будет там голова, хабы все, в общем, такие все кулера, может быть, какие-то будут, вся мелочевка. Ну и тут то же самое, 9 болтов. То есть сделал притык, ну и у меня просто так получилось, что была шина полуметровая, я ее пополам распилил, и как раз прям четко получилось. Они друг друга не касаются, как вы видите, места есть немножко. Вот и нормально все. Акустические провода. Вот здесь одним вот скоммутировал, вот он толстый. В общем, сначала там катушки внутри последовательно, то есть динамик 2 Ома получается на выходе. Вот динамик получается 2 Ома. Потом что получится? Так. Еще раз последовательно делаю, то есть 4 Ома, 2 динамика получается. И потом все в параллель. И получается 1 Ом. Ну, это для одного уся. А так получится 4 уся в одном будут работать, то есть напрягаться система не будет, чисто что по кайфу было. Тут зашью, наверное, фанерку, бахну какую-нибудь, чтобы было более-менее симпатично, как думаете? Мне кажется, надо это сделать. И вот эту штуку посеял, они вот так брякают на ходу противно, не знаю, где-то или искать надо, или купить, или найти, я не помню, где ее дел. Такой вот маленький литий под капот. К сожалению, он ко мне не очень хорошо встает. Ну, скажем так, не очень удобно, он торчит немножко. Упирается в крышку, крышка немножко так приподнимается. Вот, а здесь вот дистрибьютор тоже простой, кривой. Вообще на пофиг. Все до кучи тут подприкручено. Тоже как бы, ну так, скажем, не по правилам, но я понимаю, как все должно работать. Я сделал, мне устраивает. Под капотом, конечно, бардак у меня. Никогда я не мою под капотом. Здорово, сынок. Под капотом никогда не мою. Слава богу, погода дает работать. Просто шикарнейшая погода. Даже ветра сегодня не было. Я бы сказал, идеальная погода. Градусов где-то 10-12 тепла. Ну и есть. Если солнышко припекает, даже аж жарковато. А так вот облачка, тенечек и нормально. Вот они банки, 180 ампер секция. Значит, одна банка 180 ампер. Из четырех банок собираешь, получается 13,3 вольт, 180 ампер час. Скручивать буду алюминиевыми шинами, так как контакты очень похожи на алюминиевые. Сейчас покажу. Приезжал Вова в гости, подписчик, попилили с ним немножко. Короче, помогал мне дистрибьюторы делать, шинки вот эти помогал, зачищал. Ну, я думаю, наверное, по одной буду ставить. Здесь 4 на 20, то есть 80 квадратных миллиметров вот эта шина, площадь ее более чем достаточно для проведения 180 ампер. Вот такие вот контакты, шестерка, шпилька здесь, то есть резьба 6 миллиметров. Я думаю, нормально все будет. Посмотрим. Предохранители вот такие будут стоять. Ну, на моноблоке, на вот это все 400 ампер. Ну, чтобы, знаете, чтобы не было там конфуза такого. Захочешь навалить, они поперегорят, 200 амперные или 300 амперные. Хотя, если будет перебор, то, мне кажется, и 400 амперные погорят, потому что там самое слабое место не где перемычка, вот это где зигзаг, а именно там, где заклепка. Сейчас покажу. Я как-то тестировал левый
предохранители какие-то вообще левые. Видите, вот перемычка, вот она. Написано 300 ампер. Перемычка тоненькая, тоненькая. Но если предохранитель разобрать, вот в этом месте, где заклепка, там тоже очень тонкое место. И очень, ну, есть большая вероятность, что он перегорит не вот здесь, на перемычке, а вот здесь, где заклепка. Ну, это смотря какой предохранитель. Пока еще система не собрана окончательно, то есть еще дел очень много, очень много. Но уже все работает, все нормально. Динамики не подключены, только сабы. Я не могу найти поиск треков в этой башке. Это все, что там снимать? Мы его засунули. Лист вот есть.
вроде все нормально. Угу. Меня поснимай. Все закрыть. А? Закрыть. Да, давай. Вот такой вот первый запуск, ребята. Сильно вязкий звук идет такой. Замер не делаю, смысла пока еще нет. Надо ее хотя бы завести, зарядить. Литий, он давно уже стоит, разрядился. Это, короче, 90 ампер в час была секция лития, плюс-минус двойной. Не заведена машина была, то есть вот она, вот он. В один ом подключен, там параллельно последовательно все скоммутировал. Ну и в принципе тут ничего такого особого нету. То есть это пробный запуск, просто посмотреть, как себя чувствуют сабвуферы. Видите, да, как колечки проминают здорово болтами. Тут вот один даже оборвал я. Под все засверливал, так более-менее 3,5 сверлом, а здесь что-то не, ну так, то ли засверлил плохо, то ли вообще не засверлил, короче, обломило его. Шуруповерт зверствует. Не знаю, может быть, в дальнейшем буду сверлить еще, то есть по 16, чтобы болтов было. Рустам говорит, надо так делать. Ну, посмотрим, я еще не уверен. Вот, проверил, все нормально, коммутация правильная, сейчас надо... Что сейчас надо? Сейчас надо будет заниматься вот этим вот всем укреплением. Вот это все укрепить. Оно-то крепкое, в принципе, но надо еще накидать. Я думаю, стекломата. Также здесь все пропенить, просиликонить. Пусть постоит, с мыслями соберусь, может завтра простреляю куда-нибудь, поеду. Пока непонятно. Под капотом вот так. Хвост еще не обрезал. Здесь вот так вот, там буквально 3 миллиметра от крыльчатки идут плюсы. Ремень тонковатый, конечно, я прекрасно понимаю. Ну, будем стараться аккуратно как-то эксплуатировать автомобиль. Батарея хочу побольше поставить. Наверное, поставлю вес, что есть. А есть у меня на данный момент 540 синего и 180 еще желтого. Я думаю, все, наверное, закинуть, если места хватит. Если не хватит, в принципе, можно и в салон запихнуть. Ну, подумаю. Присела она вот так. Ну, наверное, сильнее, чем в том году. Да, я думаю, сильнее. Я думаю, кто видел или помнит, или кто вообще следит. Ну так, присела нормально, перед прям видно, что выше. Здесь колесо уже в арку уходит. Но еще ход есть, то есть она еще на отбойнике не упала. Так что можно, я думаю, ездить, ничего не будет. Даже интерес появился замерить, сколько мощи летит в динамик. Я думаю, наверное, киловатта полтора может, если не меньше. Да, наверное, меньше, там просад, наверное, 12,5, может и 12 даже. Вот эти собаки соседские, а. Вот такие вот новости, ребята. Я знаю, что все вы ждете, переживаете за меня. Спасибо вам за это. Ни выстрел не замерял, ни частоту не замерял, ни настройку порта еще не проверял, ребят. Целый день возился, короче, вообще с коммутацией. Так как я один, все это приходится тут на ходу придумывать. Спасибо за то, что вы переживаете, как у меня дела. Спрашивайте периодически, в личку пишите и так далее. Вот. На этом у меня все сегодня. Всем вам большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока. Увидимся.